Новую воздушную гавань построят в столице Казахстана к международной выставке «Экспо». Об этом сегодня в СЦК сообщил председатель правления международного аэропорта Астаны Кайрат Джауханов. По его словам, действующий объект уже достиг максимальной пропускной способности. Он обслуживает 16 авиакомпаний. То, что касается нового пассажирского терминала, который будет построен, значит, к началу «Экспо», это 45 тысяч квадратных метров. Как вы поняли, что он практически в два раза увеличена, площадь. Соответственно, и пассажиропоток мы планируем, как говорится, максимально допустить до 7,5 миллионов пассажиров в год. В поддержку государственной политики в области энергосбережения стартует акция «Энергоэффективный Казахстан». Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил председатель правления Национальной палаты ЖКХ и строительства Толеутай Рахимбеков. По его словам, в рамках акции пройдет ряд учебных семинаров и круглых столов во многих областях Казахстана. Данные семинары, данные круглые столы будут послужить двум целям. Первое – это послужит передаче тех инновационных технологий, тех знаний в области энергоэффективного освещения, в области управления вообще энергоэффективными потоками. И б, это самое главное, это послужит, да, толчок к изменению ментальности населения.